постоянно ремонтируется и переоснащается Сосновоборское муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр реабилитации и социального обслуживания «Надежда». Центр открылся в 2004 году и с каждым годом становится доступнее и полезнее для инвалидов. В четырех подразделениях работает 71 сотрудник. На отделении социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов можно получить лечебную физкультуру, массаж, водные процедуры. В водном блоке у нас есть гидромассажная ванна, вихревая ванна для верхних и нижних конечностей, жемчужная ванна. Также у нас работает психолог. На дневном отделении дневная форма пребывания – двухразовое питание. На круглосуточном отделении – это временная форма проживания – четырехразовое питание. На отделении реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов у нас 36 мест. 13 социальных работников Сосновоборской «Надежды» обслуживают по 13 человек. Физиолечение, физкультурный кабинет, довольно оборудованный, и можно там заниматься. Так что есть достаточный комплект для того, чтобы чувствовать себя маломальски нормально. Я доволен и рад, что я попал сюда. Работает в Сосновом Бору и программа «Доступная среда». Были приобретены в наш автобусный парк 2 низкопольных автобуса. Появилось достаточно большое количество новых пандусов, средств адаптации помещений, зданий для людей с ограниченными возможностями. Одна из квартир с ребенком, подростком, инвалидом, серьезной инвалидизацией, была полностью приспособлена для жизни такого ребенка, и это качественно изменило условия жизни семьи. Приобретено социальное такси, мамам детей с ограниченными возможностями предоставляются временные сиделки. Финансирование программ Центра «Надежда» в основном осуществляется за счет областного бюджета, но в ряде случаев и на принципах софинансирования с бюджетом местным.